Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня к нам приехал на тестирование очередной комплект для беспроводной передачи видео и звука. Вот. Это реинкарнация знаменитого VGA-стика, то есть передатчиком видео и аудиосигнала является вот это устройство, это передатчик. Он подключается к компьютеру. Ну или, скажем, видеорегистратору или плееру с выходом VGA. Видео берется из выхода VGA, и звук, соответственно, подключается к гнезду наушников, ноутбука или компьютера, или регистратора. По USB подается питание. Вот. Это передатчик. У него, соответственно, разъем, да, вы можете видеть, VGA-папа, в отличие от предыдущей модели, у нас был VGA-стик комплект, там VGA был мама. Тут папа, это очень удобно, его можно подключить непосредственно в видеокарту или в ноутбук. Вот, собственно, функции, которыми он обладает. Разрешение Full HD, то есть 1920 на 1080 передается без проводов. DFS, это Digital Frequency Selection, то есть цифровой выбор частоты свободной. Работает он на частоте 5 ГГц и в этом диапазоне выбирает наиболее свободную подчастоту. Real-time, то есть в реальном времени задержка менее 1 миллисекунды, то есть меньше, чем у ЖК-мониторов при передаче беспроводного видео и звука. Функция питания по USB и WHDI – это стандарт, на котором он построен, 3-гигабитовый. Беспроводной стандарт. Это передатчик. В свою очередь, это приемник. Особенность приемника в том, что он имеет не VGA, а HDMI выход. То есть видео и звук совмещаются из VGA разъема и через стерео разъем совмещаются в цифровой сигнал и выводятся уже в HDMI, будучи в цифровом виде. То есть, как бы встроенный конвертер в этом комплекте. Помимо передатчика и приемника, в комплекте идет адаптер питания для приемника. Он уже у нас подключен к розетке. Вот такой вот пультик. С помощью пультика вы можете подключить несколько стиков к одному приемнику и переключаться между ними. Более того, вы можете подключить несколько не только VGA-стиков, но и любых других WHDI-передатчиков. Это и HDMI-стик, и более мощные HDMI-передатчики. Значит, также идет провод USB, mini-USB для питания стика и провод джек-джек для подключения стика к стику сигнала звука от компьютера или от любого другого устройства. Хоть это может быть плеер, хоть что угодно. То есть можно пользоваться просто как передатчиком звука. Начнем мы с того, что мы подключим приемник к телевизору. Значит, мы берем наш приемник и подключим его к нашему телевизору. Итак, для подключения нам понадобится, как всегда, два провода. Провод питания и провод сигнала. Соответственно, мы HDMI-провод, это сигнал, это видео и звук, идут в телевизор через него. И подключаем питание. Все, приемник подключен к телевизору, никаких настроек дополнительных не нужно. На телевизоре мы видим Connecting to и имя нашего передатчика. То есть наш стик имеет такой вот цифровой код. Итак, теперь пришло время подключить наш передатчик. Приемник подключен. Передатчик мы будем подключать к нашему ноутбуку. Вот в этот вот VGA разъем. И вот отсюда мы будем брать звук из гнезда наушников. Итак.
подсоединяем мини-USB питание. Подсоединяем питание в USB порт. Подсоединяем стик к видеокарте. Вот. И, собственно, подсоединяем стереоджек провод к нашей звуковой карте. Вот оно гнездо для наушников. Пока мы, собственно, подсоединяли, приемник уже успел перейти в режим ожидания. Сейчас мы его вернем с помощью пультика в режим готовности. Итак, буквально одно мгновение. И видео, и звук уже передаются на наш телевизор без проводов. Значит, как это выглядит в настройках? Разрешение экрана. Вот у нас появился экран LG. Вы можете видеть, то есть так называемый EDIT, то есть определение имени устройства, его характеристик, здесь работает по беспроводной связи. То есть определил сразу комплект и компьютер, что к нему подключен телевизор LG с разрешением 1920 на 1080, то есть Full HD. Вот, мы можем его настраивать, как будто он подключен к нам кабелем. То есть компьютер разницы не замечает. Никаких драйверов, никаких дополнительных установок не нужно. То есть вы можете использовать как компьютер в качестве источника видео, так и наиболее популярное устройство с VGA-портом. Это видеорегистраторы, вот, или какие-то плееры оптических дисков тоже имеют иногда VGA-выход. Вот. Соответственно, звук как шел в нашу звуковую карту, так он и продолжает в нее идти, просто выводится он через гнездо наушников и попадает прямо в наш стик. Соответственно, на телевизоре идет картинка. Сейчас мы перенесем это окно на телевизор. Задержка менее 1 миллисекунды. Но сейчас мы запустим какой-нибудь ролик, чтобы вы видели отсутствие практически какой-либо разницы, да, ну и фактически, да, не только практически, конечно. Базируемся так, чтобы вам было видно и телевизор, и компьютер. Вот краешек компьютера вы видите. Вот окно. То есть задержки нет вообще, менее 1 миллисекунды. Значит, да, очень важный момент. На каком расстоянии и с какими препятствиями это все работает? Работает это на расстоянии где-то до 15 метров при открытой видимости. Дальше мы просто не пробовали. Вот. И поскольку это стандарт 5 ГГц, он позволяет осуществлять передачу через некапитальные препятствия в данном случае. Вот. То есть это стены, двери, гипсокартон, стекла. Через все эти препятствия сигнал будет проходить. То есть, в принципе, если убрать за дверь в соседнюю комнату ноутбук с подключенным VGA-стиком, вот, то
вы совершенно без проблем сможете смотреть сигнал с него на телевизоре в другой комнате. Вот, значит, сейчас я покажу звук. Вот звук идет через телевизор. Вот мы можем делать тише, громче. Вот мы можем выключать его, включать. То есть... Ну, как бы, естественно, при этом можно плеер убрать на второй экран. Можно сделать копию экрана, то есть, чтобы на ноутбуке, на телевизоре отображалось то же самое, что и на ноутбуке. Любые игры можно запускать. Можем сделать погромче на телевизоре. Как вы можете слышать. Более того, с помощью джека можно подключить и любой плеер, телефон, смартфон, iPod, да, и он будет играть музыку на телевизоре. В то время как вы будете наслаждаться беспроводной связью, сидя, скажем, где-нибудь в отдалении от телевизора. Видео и звук передаются независимо друг от друга. То есть вы можете подключать джек, можете не подключать. Видео от этого передаваться не перестает. То есть звук отдельно, видео отдельно. Но можете их передавать вместе, да, естественно. Вот на смартфоне музыку я запустил. Теперь музыка идет со смартфона на телевизор, а видео с компьютера на телевизор. То есть можно такие вот незамысловатые схемы создавать. Отдельно видео с одного источника, а музыку с другого. Тоже очень удобно. Так, возвращаем обратно звук к компьютеру. И хотелось бы вам показать Full HD ролик. Давайте запустим. Вот это Full HD идет видео 1920x1080. По беспроводной связи, при этом ноутбук у нас как бы абсолютно без проводов. Тут, да, небольшой моточек кабелей, но это все в пределах как бы мужской ладони. То есть вот совершенно не обязательно прямая видимость, да, как вы понимаете, можно перекрывать видимый диапазон для передачи любыми некапитальными препятствиями. А самое интересное, что в это время можно, в общем-то, свернулся плеер. Во время воспроизведения, скажем, Full HD, да, вы можете работать
работаю здесь. Но вот из-за того, что я к краям подношу другие окна, они сворачивают плеер. Ну вот, да, я мотаю в рамках этого окна что-то. Какие-то файлы могу открыть. То есть как-то продолжает работать. Скажем, дети смотрят мультики, да? А мы с вами занимаемся какой-то своей, да, деятельностью, абсолютно не зависящей от того, что происходит на втором телевизоре. Вот Word, да, можем запустить какой-то, документы редактировать, в то время как вот на втором телевизоре мы можем заниматься тут какой-то более серьезной деятельностью. Также работают и игры, я говорю, то есть этот комплект VGA Stick, он работает без драйверов и прекрасно подходит для как бы любого типа контента. Это и видео высококачественное, да, и программы, и презентации, естественно, вот, и работа в соседней комнате. Ну, собственно, про VGA Stick вы можете почитать, также очень много информации есть у нас на сайте по предыдущей модели, которая была белого цвета. Вот, вот сейчас вот модель черного цвета, усовершенствованная. Будем рады ответить на любые ваши вопросы по данному устройству. Вот. И рады вас видеть также на нашей странице Facebook. Вы можете найти ее на сайте справа, вот, получать новости, нажимая кнопочку «Мне нравится» в свою ленту Facebook, наше последнее видео. Также можете подписываться на наш канал YouTube, вот, и оставлять в комментариях ваши вопросы и также запросы, вот, по поводу данного устройства или любых других интересных гаджетов. Вот. По мере наших возможностей мы рады будем ответить на все вопросы и видеть вас с нашим зрителем в следующих наших репортажах, которые обязательно вскоре появятся. Всего хорошего и до новых встреч!